в разных частях мира. Уже скажи, пожалуйста, вот ты, как который человек сегодня представляет бронепоезд, как ты считаешь, для вас кто является самой такой командой страшной, которую стоит бояться? Для нас мы самые страшные. Главное побороть себя. То есть боитесь того, как вы соберетесь, да? Как мы соберемся, как мы настроимся, как мы не разленимся. И дальше. Скажи, пожалуйста, вот в принципе, сколько матчей вы сможете победить в этом турнире? Вот 5 игр, и из них вы одержите победу. Это как получится. Все зависит от того, как мы победим себя. Можем все, можем нет. Ну и можем все в ничью. Как ты считаешь, если вы начнете с победы, вы выиграете кубок или нет? Это ничего не значит. Это вообще ничего не говорит. И скажи, пожалуйста, количество голов? Ну, я думаю, если наши любимые результаты, то это 1-0 в каждом матче, поэтому 5 голов. Хорошо, ничего себе. И твой прогноз на матч Украина-Чехия? 4-1 проиграют опять. Ничего себе, неожиданно. Вам удачи. Все хорошо. Удачи. У нас в гостях команда «Поздняки». Команда, которая знает правила по футболу лучше, чем все судьи в Украине. Да, Коль, ты согласен? Они всегда рассказывают, как судьям надо судить. Поэтому судьям надо всегда быть на чеку. Скажите, пожалуйста, вот из этих команд, у кого бы больше всего вы хотели победить? Есть «Отрадный», «Атлетика», «Бронепоезд», «Энергия», «Банк». «Отрадный». Больше всего, да, то есть да. Является раздражителем. Теперь, из 5 матчей, из этих новая система. Как вы считаете, из 5 матчей, сколько вы матчей сможете победить уже однозначно точно? Уже кубковая все-таки сложно, немножко волнение, тут 5 игр и 3-4. 3-4 победителя. То есть я так понимаю, что это уже можно ставить тут в поздняки победитель, чемпион, да? Или все возможно. И количество голов, которое вы забьете в этом турнире. Это сложно будет, как мы постоянно забиваем один гол и больше не получается, и реализации у нас мало. То 2 будет хотя бы, да? 2-3 вот так вот. Ага. И по поводу Украина-Чехия, ваш прогноз? Украина выйдет. С каким счетом? 1-0 будет. Хорошо, ждем. Спасибо. Все, вам удачи. Команда «Отрадный» попала вот в экспериментальный кубок. Я хотел сказать, слушайте, пожалуйста, у вас «Поздняки», «Атлетика», «Бронепоезд», «Энергия» и «Банк». Знаете ли вы кого-то из этих команд? Да, «Бронепоезд», «Салют», «Банк». Вот эта команда, что мы играли даже в финале с «Салютом», с «Банкой» в группе. Ну, так и знаю. «Атлетика» я знаю, когда играл в чемпионате лиги, там знаю. У кого вы больше всего хотите победить, скажите, вот откровенно. Я вот хочу просто эту команду выиграть, там, ну, похоже, все команды даже как бы. Какая вероятность? Сколько из 5 матчей у вас будет побед, как вы считаете? Минимум 2 матча будет. Минимум 2 точно побед. И сколько голов вы заберете? Попробуем выдать эту цифру приблизительно. Может быть 6. 6-0, да? А, еще голову все сделать. И прогноз ваш на товарищеский матч Украина в Чехии? Ну, Манчевка. Да, хорошо, спасибо, вам удачи. Спасибо. Я задоволен, Дикий Ямов, где Володимир Галюк, еще команда «Атлетика» спілкується українською мовою. Я думаю, що, мабуть, не вся команда, так? На все. Жаль. Ну, будемо сподіватися, що у майбутньому вже буде всі будуть спілкуватися. Скажи мені, будь ласка, стосовно цього кубку, як ти вважаєш, чи знову зможете ви стати переможцем цього турніру, чи ні? Наприклад, для вас краще олімпійська система чи чемпіонат? Ну, дві системи самі по собі цікаві, насправді. Виграти зможу, чому ні? Із 5 ігор, скільки матчів ви зможете закінчити з перемогою? 3. І прогноз, які голів десь були на цьому кубку у вашому каналі? Багато. Багато. І стосовно сьогоднішнього матчу Україна-Чехія? Не можу нічого сказати. Чи професійний футбол не цікавий, так? Ну, більше люблю грати. Добре, тоді вам успіху, все найкраще. Дякую. Є дуже цікаві правила фізики. Енергія не виникає ні з чого, ні ще навіть безслідно, так? Ну так. Ну ви ж як-то не виникли ні з чого, так? Тобто ви підтвердили це правило. Откуда вийшла команда «Енергія»? Взагалі-то ми вже давно граємо, на самом деле, но граємо в міні-футбол. Ну я вважаю, тобто ви вийшли із Остроуччя все-таки многі, так? Як ви зв'язані? Я в Остроуччі просто граю, зараз як ігрок. Ага. Хорошо, ладно, тогда мы не будем так дальше. И да, этот вопрос да, упустим, да? Я понял, да. То есть хотел бы задать, энергия. Действительно, вы такие все энергичные, что вы соответствуете своему названию или нет? В принципе, у нас команда по физике достаточно хорошая. Из 5 игр, вот сколько игр, возможно, энергии будут победить? Известны какие-то соперники? «Отрадный», «Поздняки», «Атлетика», «Бронепоезд», «Банка»? Ну, соперники все, в принципе, неплохие. Сейчас говорить о том, как мы выступим, хорошо или плохо, рано, потому что мы играем немножко в другой футбол, другим мячом. То есть сейчас ребята, которые будут в нашей команде, они все привыкли к мини-футбольному мячу, у которого не такой отскок, и поле, естественно, гладкое, футзальное, не сравнить с... Я понял. Ну, с нашим олимпийским. Да, с нашим. После реконструкции. Я понял.
Будем стараться. Ну за... и сколько голов, вот приблизительно, прогноз, голов сколько вы можете залить? За десятку зайдете? Можем, можем зайти за десятку, если наш удар поставленный. Да, если наши бомбардиры соберутся, ага. То в принципе может быть и такое. Но вообще задача, вот если так да. взять, на этот турнир посмотреть вообще, как мы сможем в таком формате участвовать. То есть, в принципе, мы не ставили каких-то целей, там, выйти куда-то, что-то выиграть. То есть, будем... И, хорошо, тогда прогноз еще сегодняшнего матча, Украина-Чехия? Украина-Чехия, ну, я думаю, 2-0. 2-0? Эль Классико. Все 2-0 говорят. Украина, да? Ну, конечно. Хорошо, все просто увидится. Вам тогда удачи и всего хорошего. Я верю, что настало время для этой команды. Команды банка, которая умеет играть в чемпионате. Потому что кубковая система, ну что сложновато, но я не знаю, не дается уже многие, я знаю, болеют за эту команду, переживают. Поэтому хотел спросить в этот раз, вот, ну для банки, все-таки, я знаю, может это смешно звучит, как получится легче вот именно такой турнир? Я не знаю, надеюсь. Опять же, все зависит от количества состава, да? То есть, да нет, мы сыграем, думаю, надеюсь на удачу, потому что, что нам не везло в последние время. Может пока за игру не очень, но все-таки на удачу надеюсь в этом. Больше всего. Из 5 матчей сколько планируется победить? Хотя бы так, ну в лучшем случае. 3 победы, 2 3 победы однозначно. И сколько количества мячей тоже вот угрожает вода, просто много интересно посмотреть, сколько все-таки вода или нет. 5. И касательно сегодня.